Не закрывайте дверь! Стреляйте на поражение! Ну что ж, всем привет, с вами снова Максович, продолжаем проходить The Sink, и нас уже здесь прям тепло встретили, я бы даже сказал, очень тепло, прям горячо. Иди сюда, я тебя убью. Еще где-то один там остался. Так, ребята, давайте сюда, постойте здесь, я лучше один сейчас разведаю. Окей. Хорошо. Вот, и потом уже, наверное, будем дальше проходить. Насколько я помню, нужно сначала влево лучше сходить, потому что мы сюда больше не будем возвращаться. Вот. О, блин, за нами уже бегут. Но здесь есть чудо-пулемет, который нам, я надеюсь, сейчас поможет. Блин. Вот пускай они, кстати, с ними разбираются. Неплохо, да, придумано? Они как раз с ними разобрались. Нормально, нам сложно все-таки их выловить. Так, ну вроде все. Отлично, то что плюс есть. А нет, не все еще. Есть плюс то, что с этих солдат патроны вываливаются. Можно стоять на месте, они сами тебе патроны приносят. Ну теперь-то вроде все. Так, огнетушитель. Аптечка. Да, кстати, огнетушитель в тему. Там же что-то гореть потом будет. Надо по-любому нам иметь огнетушитель. Иначе можно столкнуться с тем, что дальше просто никак не пройти. Вот здесь вот реально с огнетушителем какая-то проблема, насколько я помню. Если его не взять, то потом можно прям, короче, запороть уровень. Ага, то есть теперь нам нужно сходить за инженером. Ну, давайте сейчас быстренько его возьмем. Да, в принципе, наверное, всех уже можно взять. Или хотя нет. Нет, давайте, наверное, чуть-чуть позже. Стоит только отлучиться ненадолго, и уже сразу у них какие-то проблемы, да? О, дай-ка патроны еще. Прям здесь с патронами особых проблем нет, смотрите-ка, да? Для автомата, по крайней мере. Ой-ё. Ух, нихера вы, ребята. И дверь-то здесь не закрыть. Давайте подлечимся. Они прибегут сюда? Да. Некоторые сами сюда бегут. А, нет, не бегут. Убейте его. Давайте, ребята, подходите. Нормально. Нормально. Главное понять их подноготную. Их паттерн поведения, так сказать. Ух, нихера вы, ребята, погодите. Я зря, наверное, да, так стартанул резво. Вот если бы нормальная чувствительность была, можно было бы настроить по-человечьи. Ух, ни хрена, видали, какой хедшот прям. Зарядил вообще в тему. Так, ладно, здесь пока нас никто не трогает, поэтому мы тоже трогать ничего не будем. Блин, а карачка гребаные. Они вообще такое ощущение, как будто я им пофигу, да? Они меня бегут куда-то. У них как будто своя там тусовка. Так, подлечиться, что ли, да? А,
А вот здесь вот как раз нам и нужен этот один единственный огнетушитель. Здесь реально, да, подстава с этим с огнетушителем. Короче, здесь надо аккуратнее. Здесь как будто бы все облито этим бензином каким-то. Смотрите, даже видите на полу, если присмотреться, жидкость. То есть здесь вообще нельзя с огнеметом, короче, фигачить. Здесь все горит нафиг. Так, давайте посмотрим, что за гранаты у нас какие-то новые появились. Граната усиленной мощности и обычная граната. Это хорошо. Это радует. И здесь тоже все. Ах ты ж, елки-палки. Иди-ка ты сюда, дружок. Я его сейчас, наверное, выманю, если получится. А что ты не пошел-то? Иди давай за нами. Вот, я сейчас его как-нибудь обдурю, потому что здесь, говорю, с огнеметом вообще никак. Все, и он у нас там остался. В принципе, даже не пришло на него тратиться. А здесь еще парочку дружков сидят, да, смотрите-ка. Есть сохранение, но сохранение не работает. Ток терминала данных. То есть нам нужен инженер для того, чтобы запустить сохранение. Хорошо. Немножко аптечек тоже не помешает. Этих ребят мы пока трогать не будем, я думаю. А здесь что такое у нас? Давайте посмотрим. О, еще огнетушитель. То есть тоже ничего не работает. Вообще ничего не работает. И здесь ничего не работает. Так, ребята, вы спускаться-то будете, нет? Надо их как-то это... подзорвать, что ли, бочками. Они вообще, я смотрю, не торопятся. Ну, не особо как бы нам эти бочки помогли, ну да ладно. Везде, смотрите, граната. Как будто нам на что-то намекает, что типа пользуйтесь гранатами. Вот вам, пожалуйста, целая куча гранат. Ну, может быть, пригодится где-нибудь. Контроль давления в баке. В каком баке, хрен его знает, ну ладно. Все, что надо активировать, все, что активируется, будем активировать. Рычаг подачи топлива. Топливо к чему-то уже не совсем понятно, но все, как я и говорил, активируем. Там уже дальше разберемся. Активировать переключатель завершено. Отлично. Теперь у нас, походу, должно там все работать, то, что не работало. Все эти переключатели. Вот с первого начнем как раз. А, ну неплохо придумано. Только опять сейчас придется, видимо, тушить. А может и не придется. Так, ладно, давайте посмотрим. Так, что у нас второй? А может я зря открыл второй? Как бы огонь туда куда-нибудь не перекинулся. А то здесь, как я говорил, много где облито бензином. Третий. И четвертый. Ну, допустим.
Я думаю, подождем, если сейчас не потухнет, будем тушить. Не хочет, не хочет. Вот, теперь мы, собственно, можем уже сюда притащить наших ребят. И, наконец-то, уже сохраниться. Даже сам Блейк предлагает им оставаться здесь, а я типа осмотрюсь, да? То есть не зря их оставил в начале. Хорошо, пора с этим заканчивать. И давайте сохранимся. Ох, блин, тихо. Тихо, ребята, стойте здесь. Постойте-ка, я не знаю, как-нибудь надо, наверное. Нет, это что-то слишком, мне кажется. Гранату туда киданем. Не докинул, походу. Ну-ка, еще одну. Блин, только здоровье потратил столько. Во, теперь должно сработать. Все, отлично. Так, ну что, пойдем, ребят. А, погоди, патроны. Еще раз, наверное, на всякий случай сохранимся. Вот. И теперь уже спокойненько пойдем. Так, все живы, все здоровы, все нормально. Продолжаем. Ну что ж, а мы с вами давайте на этом закончим. Всем удачи, всем пока. И до новых видео.